Ну вот уже непонятно, что происходит в позиционном нападении. Не точно атака со Бутерброда, поэтому не смог выпрыгнуть толком. Милосавлевич и Масли не позволили ему дотянуться до мяча. Вестерман. Хороший перевод. Лучше Чиздали. Можно было бросать. Постеснялся. Через руку. Меньше истерик, но насколько грамотно он играет. Сикяевич с 4 очка, Марселина 11. Еще. А вот пятерка, что начинает вторую половину матча. Ну, а у партизана я почему-то не нашел самого высокого игрока Мусли. Лучич, отбиваясь от защитников, может быть, даже не совсем по правилам, смог. Джавай подтолкнул, но опять же, учитывая его массу, и что не было у него такого сильного движения рукой, очень даже может быть, что будучи защитником, Гагич, ну, зря падал. Надо было ждать какого-то более жесткого контакта, чтобы арбитры поверили в то, что был фол в нападении. Лучич. Лучич против Робоседы. Ксавьер Робоседа получает персональное замечание. За это и наказан. 2.11 Смарджинский, 2 метра 13 сантиметров у нас. Богданович. И периметр нет. Нелогичная передача, можно было бросать самому. Но дело закончилось взятием корзины. Владимир Лемущев в позиционке. Если такое правило было у старого 20-летней давности Динамо. Играть 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3 гораздо проще, чем 5 на 5. Поэтому, в общем, не дожидаясь особенно никого, внимание, Недович с партизаном. Лучич. И очередной фол. Но посмотрите, в каждом нападении, как одной, так и другой команды, идет остановка матча. Вот сейчас Самаржинский нарушает правила. Два штрафных будут пробиты. Очередная потеря времени, потеря динамики матча. Всех там забодал, и поэтому мяч Радошевичу достался, ну, уже просто как подарок. Два игрока партизана были заняты противостоянием с Ивановым. Лучич набирает 2. 55 на 43. Результативных передач партизана больше. При всем при этом Лучич. Богдан Богданович появляется на площадке. Получает мяч. Вот обратите внимание, даже не смотрит на корзину. Все по комбинации, смотрит, кому передачу. Контроль de las situaciones. El balón para Vladimir Lucic. Intentaba la penetración. Metió la mano el defensor. Sigue botando Lucic. Se le va a acabar la posición. 3 segundos. Tiene que lanzar Lucic para adentro. 2 más 1. Calidad tienen los jugadores serbios. Cuando se meten en algún problema y lo que tienen que hacer es resolver en uno contra uno, al final es que la capacidad física y técnica de estos jugadores es... Питке. Милосавлевич, Лучич, Вестерман. Нет, мажет Вестерман, и Виктор Сада получает фол. Получает фол. Не надо только показывать, что тебя толкали в спину, ну просто согласиться, ну зачем вот это вот лишнее. Виктор Сада ставил спину сходу, поэтому встретил его рукой Вестерман. Партизанская отрада, уколько можете конту да истрчите, а онда сви остали начини. Бертанс, добр бэкдор, Лучич иде до края, испада лопта поново из... Рывок. Американцы называют, как хотите. Задняя дверь, черный ход. По-разному. Запасный выход. Пробежка. Лучич не смог перебодать. Да, наверное, не блещет. Душку Вуёшевич на эти два набранных очка. Смотрите, как, видели, как отреагировал. Мяч такой из разряда. Ну, не то, что прям совсем курьер. Половину. Самаджинский очень долго с мячом. Двоечка Самаджинский.
не продавил, не дотянул. Руки вполне можно было чуть подальше, скажем так, выставить, не ограничиваться полусогнутыми, а выпрямить их и положил бы мяч прямо в корзину. Блум в защите. Уж не знаю, что там случилось с Блумсом. Очень жестко он играет, даже, по-моему, чересчур. Сначала отталкивал, толкался там с Богдановичем. Сейчас здесь в защите раз полез, второй. Повзрослее ребята. Не так много легионеров. И никого. И все время таки у партизана закончилось. Быстро контратака. Нет, Джавай, ну куда, совсем уж. Решил постучать мячом, когда вокруг столько игроков. Ох, какой фол жесткий. Ох, молодость, молодость.